Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и на дороге я урвал вот этого монстра под названием модель GF63. Данный ноутбук предназначен для игр, то есть это игровой ноутбук, но ноутбук данный весит всего лишь 2 килограмма, и толщина пластика, задумайтесь, ребята, практически 22 миллиметра, то есть он очень тонкий, он очень легкий. Экран его 15 дюймов, IPS матрица, и оснащен он очень мощным процессором. Процессор 8-го поколения Core i7-8850H. В данной модели 8 гигабайт оперативной памяти DDR4 на заводской частоте 2666. И есть модели с 1050 графика NVIDIA и есть 1050 Ti в данной модели. Что еще хотел бы я рассказать? IPS-матрица предназначена как бы для показа хорошей картинки, сочной картинки. Углы матрицы очень тонюсенькие, что позволяет полностью углубиться в игровой процесс. Как я и говорил, толщина данного ноутбука и вес очень маленький. Можно взять его куда угодно, можно даже его поставить на коленки, я не знаю, можно взять его в подмышку, он реально как тетрадка. Мы попозже поедем домой, протестируем данный девайсик. Еще что хотел бы я отметить, у него также есть встроенное, разработанное уникальное охлаждение на задней стороне, она идет таким буковкой X. И, в общем-то, позволяет при помощи специальной программки, которая находится в Dragon Center, охлаждать систему. Там можно выбирать всякие показатели средние, мощные и минимальные. То есть вы можете, допустим, играть в игру и поставить автоматом вентиляторы и разгон, и тогда у вас частота поднимется, внимание, до 4,1 МГц, а ее номинальная 2,2, то есть процессор разгоняется в приложении. И также по охлаждению. Еще самое интересное, что если я уберу блок питания и ноутбуком буду пользоваться где-нибудь в городе или еще где-то, то автономная работа данного ноутбука — это, ребят, 7 часов. То есть вы можете 7 часов беспрерывно работать и заниматься какими-то офисными делами. Ну что, а сейчас мы поедем домой, поподробнее посмотрим на наклеечки, которые здесь нарисованы. Здесь Dragon Center, здесь Shift и здесь Nahimic 3. Это интересные штуки, которые как бы идут уже в самом ноутбуке как программное обеспечение. Кстати, совсем забыл, так это сказать, что есть в боковых панелях данного ноутбука. Это, конечно же, 3.5 микрофон, 3.5 звук, 3 порта USB 3.1, 1 порт Type-C, 1 получается Ethernet вход, в который вы можете вставлять кабель, подключать интернет, и с задней стороны это HDMI кабель, для того чтобы вывести картинку на ваш большой телевизор. А теперь мы можем отправляться домой и посмотреть более подробно, поиграть, пощупать. Поехали! Ну что, ребят, сразу продолжаем наш обзор, а именно мы заходим в MSI Dragon Center. Что у нас в первой вкладке? В первой вкладке данной программы вы можете наблюдать детальную информацию вашего процессора, сколько у него температура, также Вы можете посмотреть на свой графический адаптер, на вашу видеокарту, сколько градусов, сколько у вас, в общем-то, мегагерц и сколько память. Также, если у вас забилась память, не нужно качать никакие сторонние ПО, вы просто нажимаете «Освободить место в памяти», и у вас кэш чистится. Также узнать информацию о данном устройстве, какая стоит видеокарта, сколько оперативка. Кстати, я совсем забыл сказать, что на данной системе 128 гигабайт SSD и 1 гигабайт HDD обычный. Так, поехали дальше. Дальше вкладка идет Shift, про который я вам как раз таки и говорил. Я поставил ее на турбо, чтобы разгончик был автоматически сделан. И также вентилятор я поставил на авто. Но есть здесь очень интересная штука под названием Cooler Boost. У вас начинает просто нереально работать ваш вентилятор. Также можно выключить клавиши Windows, переключатели FN, веб-камеры. RGB в данном ноутбуке только красного цвета. Клавиатура SteelSeries и, в общем-то, других подсветок нету. Дальше поехали. У вас есть режим специальный, гейминг-мод называется, который оптимизирует производительность системы под данную игру. Здесь я смотрю, что тут было Counter-Strike, Overwatch, но меня интересует только PUBG. В PUBG зайдем мы чуть позже. Также вы можете сделать буст для вашего микрофона, настройки протоколов VOIP, допустим, в Steam клиенте он будет работать. Далее поехали. Вот это тоже очень интересная штука. Вы можете подключить через QR-код мобильное ваше устройство к данному ноутбуку. Ну и, в общем-то, руководство эксплуатации, helpdesk, регистрация изделия и калибровка вашей батареи. И следующая немаловажная интересная штучка идет, это Nahimic 3. Получается, рассказал я полностью про MSI Game Center, про Shift, то, что можно ускорять ваш ноутбук. И теперь это Nahimic. Здесь вы можете сразу выставить какие-то профили. Это музыка, фильм, вообще не игра. Естественно, я поставил игру. И тут уже четкость идет голоса, басы, высокие, стабилизация, допустим, звука и так далее. Также можно подкрутить микрофон без всяких сторонних программ. Еще раз говорю, в этой программе вы можете убрать, то есть подавить статический шум, можете подавить эхо, если оно у вас есть, и стабилизировать голос. То есть вот это очень интересная такая вкладочка, то, что вы можете себе сделать микрофон очень четкий. И немаловажная штука в Nahimic 3 это саунд-трекер, который позволяет сделать на ваш монитор радар. Можно изменять его размер, можно изменять прозрачность. И, допустим, мы попробуем. Откуда идут выстрелы, показывается на радаре. Это официальная программа, и я так как понимаю, что за нее не банят. То есть ей можно пользоваться официально, и ничего вам не будет. Допустим, установили ее на PUBG, и вы можете понять, откуда сразу идут выстрелы со спины, сзади, где. И, я так понимаю, маленький шорох и топот тоже будет учитываться. Также здесь есть совместимые игры, которые можно посмотреть. Ну что, сейчас мы будем делать заключение. Я пообщаюсь с вами и поиграю в PUBG. Ну что, ребят, подведем итоги по нашему игровому ноутбуку GF63-8RD от компании MSI. Что я хочу выделить? Я хочу выделить, что основание данного ноутбука металлическое. Я бы даже сказал алюминиевое. Но дело в том, что если во время тестов данного ноутбука я прикасался своими пальчиками к нему, и оставались отпечатки. То есть есть как плюсы, так и минусы. Выглядит очень качественно, очень красиво, но остаются отпечатки. На самом деле такие же истории были и с soft-touch пластиком. Здесь получается у нас металлическое основание. От этого, я так понимаю, никуда не избежать. Второе, есть очень много приспособлений по данному ноутбуку. То, что есть вот этот вот Dragon Center, который я до этого показал. Кстати, мы только приехали, который я только что показал по Dragon Center. То, что есть бусты, увеличение производительности, вентиляторы. Можно даже воспользоваться радарчиком. Допустим, по PUBG я могу себе поставить радар, который будет показывать, где будут идти звуки. Я специально не ставил, потому что я привык играть в PUBG по-простому. А сейчас мы, наверное, перейдем к игре. А если вам, ребят, понравился данный обзор на компьютерную периферию, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Все, что нужно для того, чтобы смотреть обзорчики. Пока-пока!